столице Македонии Скопье продолжается акция протеста. Несколько сотен активистов оппозиционного социал-демократического союза Македонии разбили перед домом правительства палаточный лагерь. Они заявили о намерении проводить акции протеста каждый вечер до тех пор, пока не будут выполнены их требования об отставке кабинета министров, избранного по итогам досрочных парламентских выборов в апреле прошлого года. Мы настаиваем, мы требуем отставки премьер-министра Груевского и всего правительства. И мы не отступим до тех пор, пока они не объявят нам о своем уходе. Накануне социал-демократы собрали перед домом правительства многотысячный митинг, который возглавил их лидер Зоран Заев. Оппозиция не согласилась с результатами парламентских выборов. Она обвиняет премьер-министра в многочисленных случаях злоупотребления властными полномочиями, в коррупции и нерациональном расходовании государственных средств.